Лекарство или смерть? Перед началом очередной сессии Горсовета под стенами горисполкома по традиции прошел митинг. На сей раз отстаивали интересы людей с пересаженными органами. По их словам, на лекарства государство выделяет или слишком маленькие суммы, или вовсе не выделяет. Для людей с пересаженными органами это грозит отторжением, если они не будут принимать препараты, и попаданием на диализ. Это в лучшем случае, а могут просто умереть и не дожить. А для диализных пациентов это просто-напросто смерть.